В Иванове стартовало первенство ЦФО по художественной гимнастике. 250 спортсменок из 15 регионов страны. И каждая мечтает о победе. Такие крупные соревнования проходят в Иванове не в первый раз. Это уже своеобразная традиция. Гости из других регионов признаются, обстановка здесь скорее домашняя, нежели соревновательная. Зал очень красивый, праздничный. И в связи с Новым годом очень оригинально украшен. У деток и у тренеров очень праздничное настроение от этого. И очень приятно, что Иваново так красиво принимает гостей. Гимнастика как вид спорта развивается. Она стала театрализованней, больше походит на искусство. Искусство грации и изящества. С прошлого года введены новые правила. Теперь номер можно ставить даже на песню, чего ранее не разрешалось. Сейчас в самом начале соревнований предсказать их итог очень сложно, но фавориты уже наметились. У нас всегда сильнейшими командами бывают команды Московской области, Ивановской области, Белгородской области, Рязанской области. Но это идут соревнования. И мы знаем по сегодняшнему дню, это еще только многоборье командное. Знаем, что наши девочки показывают сейчас очень высокие результаты, самые высокие. Но не буду даже ничего говорить, потому что надо, чтобы они удачно отвыступали еще 2 дня. И дальше будет виден результат. Соревнования завершаются в четверг. Победители команды из 6 гимнасток получат шанс представлять свой регион на главных соревнованиях страны – первенстве России, которое состоится уже в конце февраля. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.